Еще раз здравствуйте. Тут видео скидывал по поводу уборки снега. Почистили, да, 2 ночи убирали, не вопрос. Тут расширили, убрали. Много где почистили, много где поубирали. Там гору оставили. Тут везде поставляли баки, уже я тут передвигал, потому что их посреди дороги оставили вместе со снегом. Тут оставили снег. Ребята, дорогу всю перемесили, за собой не почистили. Снег весь не вывезли. 2 ночи вошкались тут, гремели, брякали. Это все оставили. Ну так как бы не делается. Либо вы убираете, либо вообще не убирайте. Все у вас. Приехали, нагадили, колеи наделали, дорогу перекопали. Снег не убрали нормально. Я понимаю, сейчас начнется там придирки. Увезли же, убрали же. Ну, блин, надо делать. Я человек такой. Если я делаю, то я делаю. Если вы не делаю, то нет. И от людей как бы просим, да, то же самое. Ну, вы сделаете по-человечески. Ну, что это? Приехали, доделали, убрали. Все. Все по-человечески мы сделали. Нет, вот эти горы как лежали, они их тут доковыряли до березы чуть-чуть. Так и оставили. Все, до сюда вот дошли. Там не убирали вообще дальше по улице. В наш переулок на курортный вообще не заезжали. Ребята, ну... Давайте уж как-то, что у вас там? Убрали директора и убрали голову, все. Теперь никто ничего не думает. Ничего мы не можем. Ну давайте как-то уже. Есть замы, есть и остальные начальники участков. Начальник участка, кто там? Иван, по-моему, отвечает за все эти дороги, проезды и уборки снега. Давайте уж, Иван, как-нибудь порешаем эти вопросы. Спасибо за внимание.